Хей, йога, если мы же мы продолжаем родить игру по названию Borderlands 2. Ты игра. Давай разворачивайся. О. Что за фрезы? Где плавность? Так, гранаты и оружие с низким скорострельностью практически бесполезны против раков. Хотя на этот нужно. Поехали. Будь начеку, слуга! Здесь всеми командует бандюга по имени Капитан Флинн. Этот мерзавец несколько месяцев развлекался, пытая меня. Мы придумывали разные игры. Например, увернись от паяльной лампы и не дай окунуть себя в кислоту. Оу, первую я играл просто отмен. Жители Пандоры, внимание! Я, красавчик Джек, предлагаю миллион баксов тому, кто принесет мне голову искателя хранилища, который только что прибыл в айсберг лжеца. Кстати, награда за Роланда, кровавого главаря алых налетчиков, все еще в силе. Удачной охоты, разбойнички! Катабум! 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 Тихо. Еще. Так, ну я больше не вижу, значит спускаемся. Да, в этой части мы можем сдохнуть, упав с высоты, поэтому нужно быть осторожным. Ой. Минус — это нехватка патронов, может быть. Минусом может быть нехватка патронов. Кто по мне еще пуляет? Нет, это было мое. Они ко мне идут? Ладно, меняем оружие. Готово. Снайперка. Айсберг лжецов. Хорошо, давайте заберемся туда. Идиот. Минус. Сначала бандиты капитана Флинта, а теперь еще и железяка. За что мне такое наказание? Может быть, в прошлой жизни я слишком жестоко мучил щенков? Эй, искатель, может быть, ты займешься ребятами Флинта? Да без проблем. А, держу в курсе, до свидания. У меня к тебе предложение, искатель. Да. Ты сдаешься, а мы стреляем тебе в голову. Быстро, чисто и совсем не так мучительно. Позвони мне с тем, что придумал для тебя красавчик Джек. Ну, в принципе, предложение хорошее. Ребят, вы что, попасть не можете? Шоколака. Где ласт? Ой. No English, please. Нам бы щит где-то найти. Ну, пушку смени. Готово. Патронов нету. Поможешь своему дружбану железяке вставить глаз на место? Ха.
Да, похоже, я у тебя в долгу. Проходите в хижину, я посмотрю, что у него с глазом. Сейчас только электрограждение отключу. Давай. Кстати, не спеши. Пусть железяка идет первым. Я знал, что Хаверлок нам не откажет. Мы же с ним как две горошины в стручке. Два патрона в обойме. Два карлика-людоедов, грызающиеся в живот толстяка. Извини, но когда я слышу железяку, мои нейрончики совершают суицид один за другим. И я сейчас выйду. Давай. Хаммерот. Рад познакомиться с тобой, искатель. Я сэр Хаммерлок. Охотник, ученый, джентльмен. Вашим услугам. Зашибись. Но люди капитана Флинта заперли меня на этом леднике. Кстати, спасибо за избавление от них. Пережить встречу с красавчиком Джеком, да еще и людей капитана Флинта одолеть. А, это неслыханно. Я отправляюсь в убежище. И думаю, алым налетчикам не помешает герой вроде тебя. А теперь отдай мне глаз, пожалуйста. Да, конечно, держи. Верный ствол за плечом. Гарантия безопасности. Сколько у меня денег мало. Теперь подключим вот это. И... Дробовик оставлю. Вообще-то я рядом стою, чувак. Теперь, когда айсбергу лжеца ничего не угрожает, я, пожалуй, включу главный генератор. В нашем городе много всяких штучек, которые будут не бесполезны убийце, вроде тебя. Покатили, слуга! Я слыхал, что Джек, наш бесстрашный лидер, ищет тебя. Он такой вояжка, верно? Несет всякий вздор про такой, как прыгал в мир, на. Сначала здесь, потом пойдем. Там, короче, здесь много очень локаций, как вы видите. Очень много мест, куда можно пойти. И куда нужно идти. Пойдем еще туда, на кладбище сходим. Ух, ну хотя бы не сдох. Пушки здесь все такое рассматривать можно. Да, давай, давай. Так, быстрое передвижение. Теперь вам известно на так, местоположение двух точек. Работай, черт бы тебя побрал! Эксперименты. Доска объявлений сломалась. Наверное, ее отключили по станции перед уходом. О, щит. Глава 3. Лучший слуга в мире. Ну ладно, если будет нужно. Хотя капитан Флинт перебил всех на айсберге лжеца, и я не вижу причин, почему Дигги и Мордоплюй должны оставаться там, оскорбляя память прежних жителей. И если очистишь от них город, это будет в высшей степени благородно с твоей стороны. На интерфейсе отображаются цели текущего задания. Ты можешь сменить текущее задание в журнале заданий твоего эхо-устройства. Так, хорошо. Активное задание. Теперь вы можете бороться за выполнение нескольких заданий. Так, это главная задача. Что стало с Хелперсом? Этот город слишком мал. Зачистить кладбище. Поехали на кладбище. Раки. Я давайте ему сразу в лицо стрельну. Ай. Ай, попал. Он попал. Ух ты! Ну так получилось! Район очищен от мордоплюев. Это было бы большим достижением, если бы хоть кто-нибудь на айсберге лжеца был жив, чтобы порадоваться твоей победе. Но все равно неплохо! Ну что, мы сейчас облутаем это место и пойдем дальше. Жалко, что могилки пустые, надписи никакие там нету.
просто пустые дощечки. Так, а второе место, которое нам нужно зачистить, находится вот здесь снизу. Так, здесь у нас же облик, да, получен. Давайте я вот эту возьму. Так еще что-то мы там получили, если я не ошибаюсь. Это же аппарат модификации внешности. Здесь можно изменить свой облик и сбросить все навыки. И давайте, наверное, вот этот возьмем, да? Или лучше неоновый? Или такой лучше? Не знаю. Ну такой оранжевый, этот типа. Вот. Че я не могу это сделать? Чем я тебя одеть не могу? Классно. Блин, вот это вообще прикольный костюм. Блин, я не знаю, или желтый прикольней. А, давайте такой. Так, теперь сюда вниз. Сразу смотрим, что здесь. Так, щиты. Дает неуязвимость к электричеству. Неуязвимость, хорошо. Тут больше емкости. Я не знаю. Давайте этот возьмем. Спасибочки. Полетаем. Хорошо. Весьма эффективно. Теперь мордоблюи дважды подумают, прежде чем нападать на мирные городки. Надеюсь. Так, давай с тобой переключимся, перезарядим наш автомат. Пустой. Патроны. Ну тут в режиме прыжка быстрее передвигаешься. Блин, давайте, наверное, снайперку поставим на первое место. Автомат сюда. Да? Пожалуйста, сделай смерть капитана Флинта как можно более долгой, ладно? Он негодяй. Если хочешь выжить здесь, тебе понадобится щит. Дам тебе совет. Загляни на старую базу алых налетчиков. Тебе придется подняться туда на лифте. Так, пистолет у нас есть теперь. Давайте я, наверное, пистолетик поставлю вместо автомата. Да, пистолетом буду пользоваться. Так, куда ты говоришь? Другое задание. Ты видишь мою шляпу? Это шляпа джентльмена. Но в ней чего-то не хватает. Женепасикуа!
Думаю, мех мордоплюя может подойти. И если ты мне его принесешь. Чтобы добыть мех мордоплюя, тебе придется выдрать его из шкуры этой твари голыми руками. Сначала подстрели мордоплюя, а затем добей его кулаками. Так, хорошо, но сначала, подожди, я хотел вот сюда пойти. Карта, но то, что эмочка, я понял. Или... О, стоит там что-то есть. Так, на пистолет. Нихера тут патронов. Мы захватили поезд, который идет через пески. Если все пойдет хорошо, мы будем в убежище еще до вечера. Гиперион не стал вызывать войска из Новой Гавани ради погони за нами. А на их ближайший пограничный город обрушилась песчаная буря. Нужно... О, боже. Сейчас же отойдите от окон. Тебе удалось найти аудиодневник Хелен Пирс. Она была лейтенантом малых налетчиков антигиперионского сопротивления. Я хочу знать, что с ней стало. Если найдешь остальные дневники, я с удовольствием заплачу тебе за них. А того, как я убил? О, еще летят. Изи. Ну, полетели. Ой, тихо, там кто-то есть. Достойная смерть, чел. Ну, они поджарятся. Не все, ладно. Ладно, давайте я лучше с пистолетика. Ну, да, точность пистолетика не очень. Точность не актив. Будем юзать снайперку. Ну, у нее, блин, патронов так уж много. Конечно, я забыл. Блок питания базы перестал работать после того, как железяка попытался взаимодействовать с ним. Какой шутник! Просто найди новый предохранитель для лифта, а то, что он сказал про блок питания, забудь! Окей. Мне на снайперку патроны нужны. Гранаты есть у нас, хорошо. Ну, с гранатой я там сразу все же настроил. Ой-ой-ой, нам в воду главное не падать. А то будем сдыхать довольно быстро. Погнали туда, забегаем. Потом назад вернемся, где мы были. Фигня в том, что здесь враги восстанавливаются. Фигня в том, что враги здесь восстанавливаются. Так, а я не помню, что здесь у нас есть. Зачем мне сюда нужно было? Так, тут ничего нету. Нужно искать эти знаки еще Borderlands, именно знаки хранилища. Так, ладно, побежали. Здесь очень много... Тут сама просто карта, по сути, сама очень большая. Тут много дополнительных локаций и все в таком вот духе. Я не понимаю, что это за... Все равно не понимаю, ладно.
Откуда, откуда, откуда? Я не вижу. А, вижу. Идиот. Откуда ты метаешь? Все? Еще где-то? Так, тихо, 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 не падать. Денежка. Я не залезу наверх, хорошо. Опа. Много тебе вынес. Да, 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 пошел в сраку. Тихо, тихо, внутрь, внутрь. Вау. О, готово. Так, туалеты, это у нас супер секретные ящики, ребята. Здесь может такая годнота попадать. Да, мне бы патроны. Ставь предохранитель в брюстерский блок питания и сможешь вызвать лифт. Сейчас пойдем вызовем лифт. А вот здесь, допустим, переход в локацию, но, блин, у меня по патронам слабом. Побежали вызывать лифт. Бежим, бежим, бежим. О, мусорка. А по сути я ж мог пройти, да, через этот электрический щит. У меня ж как бы то и не было сопротивления к нему. Да ёлки-палки. Запрыгни. Не очень отзывчивое управление. Ладненько. Дадут патроны, пойдем с вами в этот. Пойдем, пойдем мы с вами тогда. Значит, лифт заработал. Прекрасно. Поднимись на базу и купи щит. Когда-то здесь находился важный узел сопротивления, но потом пришли новости об армии Гипериона, и все сбежали в убежище. Так, мне нужны деньги, мне нужны патроны. Выключить радио. Так, инвентарь, пистолет, снайперская винтовка. У меня уже рюкзак, да, перегружен. Да. Нужно попродавать. Я кого угодно на ноги поставлю. Тихо. А что из это, из какой из этих пистолетов лучше? Ну, здесь прицел шатается. А тут нет. Не, он тоже тут шатается, но не так сильно, как тот. Сколько здесь под урона? 23, здесь 24. Не знаю, ставить эту фигню или нет. Пускай будет автомат. Да, пускай будет.
Так, а теперь купить, да? Щит предлагаешь мне купить? Это зачем? Мне щит, в принципе, не нужен. О, этот куп. Прекрасно, теперь возвращайся на айсберг, лжеца. Давай тебя куплю. И мы попробуем вытащить тебя с этого морозного ледника. Ай. Да не, урон, что не нанесли мне. Так, эту лодочку мы не видели. Так, бомбочка. Враги восстанавливаются, но я не помню, сколько там задержка до восстановления их. Но все равно сейчас бегаем, купим патроны, зададим задание. Найдите аудиодневник. У меня что по заданию? Красавчик Джек. Давайте с пистолетом, он так быстрее бегает. Летущие мыши. Эй, народ, как дела? Это Джек. Что это значит? Извините, как вас зовут? Пирс. Ну что, мисс Пирс, прошу, только не разбивайте мне сердце и не говорите, что вы миссис Пирс. Это не ваш поезд. Не хотите ли повернуться и посмотреть на меня, леди? Этот поезд законно реквизирован по праву. Ё-моё! А что случилось с вашим лицом? Так, хорошо, дальше. Серьезно? Джек, ты серьезно? Или стой, или это нормально? Сейчас. Давайте сходим, потом сходим к этому. Зададим задание. Наверху, да, это? Что мне нужно? Вот туда. Давайте так, леди, даже не знаю, как вас назвать. Вы скажете мне, почему вы выглядите так, как будто по вам прошлись рашпилем, и я всех вас отпущу. Мой муж подарил мне кольцо с жемчужиной Искада. Жемчужина выделяла феромоны, которые вызывали голод. О боже, простите, простите, ради бога, я не знал. А где сейчас ваш муж? Он мертв. А, да, грустная история, конечно. Ну, зато у вас теперь будет с ним кое-что общее! Классненько, найдите следующую аудиозапись. Оп. Вот дерьмо, а ты видел ее голову, а? Она как будто... Фу, боже мой, Вильгельм, убей этих дикарей. Understood. Красавчик Джек убил ее, верно? Жаль, очень жаль. Пожалуйста, верни мне эти эхо, как только сможешь. Ну все, сдаем задание ему. Защита от пуль! Ох! Ну, то, что выгоднее продать. Хочешь сразиться с карликом, сидящим верхом на мордоплюе? О, это как раз локация, которая вот открылась. Следуй к южному шельфу и одолей карлиплюя! Если нет, ты зануда, и у меня нет желания продолжать разговор. А, как-то вот так. Так, слушай, продаем. Ты нигде не найдешь. Уж об этом я позаботился. Продаем. Съедаем. Запоминаем, короче, наша основная цель, где находится, да, задание, это вот эта вот часть карты. Это все DLC, это потом будем проходить уже в конце, после прохождения основной. Главное, чтобы у меня игра не слетела, а именно с сохранением. Ладно, я думаю, давайте на этом закончим. В следующей серии продолжим, сходим в ту пещеру. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.